Продолжение темы. Руководство отдела образования Черкесска проверило готовность образовательных учреждений в новых условиях. О том, как будет проходить обучение в школах и какие необходимые меры будут предприняты для сохранения безопасности детей, расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В новом учебном году образовательный процесс будет проходить с некоторыми изменениями. 17-я гимназия является одним из крупных образовательных учреждений республиканской столицы. Теперь ежедневно у детей будут измерять температуру, и вход будет осуществляться в несколько потоков. Также руководство отдела образования мэрии Черкесска проверило оснащенность образовательного учреждения всем необходимым для обеспечения безопасности детей. Этот учебный год у нас будет проходить с небольшими особенностями. Но первое – это особые условия организации образовательного процесса в наших новых эпидемиологических условиях. Первое – это обязательная термометрия для наших детей, разделение потоков детей на входе, обязательное расписание посещения столовой, отдельные кабинеты, закрепление кабинетов за нашими детьми и посещение педагогами именно кабинетов, где будут располагаться наши дети, за исключением отдельных предметов. Особое внимание будет уделяться урокам физкультуры и биологии, которые в хороших погодных условиях можно провести на улице. Помимо этого, представители отдела образования мэрии города оценили состояние кабинетов и столовой. С 1 сентября дети 1-4 класса будут обеспечены горячим питанием. Часто поднимается вопрос среди родителей и об оснащенности школ необходимыми учебниками. Сусана Калмыкова заверила, что все образовательные учреждения полностью укомплектованы учебной литературой. Учебный год мы начинаем со 100% комплектации учебников для начальной школы. Закуплены учебники для среднего звена, необходимое количество. То есть каждая школа подала нам заявки на необходимое количество учебников для среднего звена. 100% мы укомплектованы для начальной школы. Все заявки учреждений на сегодняшний день выполнены по среднему и старшему звену. Черкесск готов выполнить поручение президента Федеральному собранию по обеспечению детей 1-4 классов горячим питанием. Наши пищеблоки, столовые абсолютно готовы к этой работе. Подготовленность к новому учебному году 17-й гимназии руководство отдела образования мэрии Черкесска оценило положительно. Сам же директор школы Мурат Эбзеев заверил, что именно грамотный подход и соблюдение всех норм безопасности позволит проведение учебного процесса в комфортных условиях. Мы 100% подготовились. В соответствии с требованиями, методическими указаниями, полностью в этих особенных условиях мы заранее все моменты проработали, подготовились. Алгоритм наших действий 1 сентября мы готовы принять наших учащихся, нашей гимназии. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.